Так, вот, сейчас буду брать вот ту посадку, которая у меня за спиной. Вот ее. Здесь вальшнеп бывает. В прошлый раз был, но я не взял. Ветер у нас, к сожалению, с той стороны. Почему, к сожалению? Да потому что, значит, мне придется идти по той стороне, а там неудобно. Здесь дорога, а там вот похота по самую посадку. А вальшнеп, как известно, вылетает против ветра. Ладно, сейчас посмотрим. Хотя, в принципе, ветер не боковой, а даже встречный. Может быть, по дороге имеет смысл, не знаю. Вот снова ящик на дереве с двумя небольшими отверстиями внизу. Здесь бывает пасека. Может, кто-нибудь знает, для чего эти ящики вешают? Скажите в комментариях. У меня есть вон ящик. Предположение, что это ловить этот самый рой вылетевший. Заманивать туда. Так что, если у кого-то есть предположение, то, пожалуйста, вернее, есть, кто-то знает наверняка, пожалуйста, напишите мне. Так, ну все, работа началась у нас тут. Там уже впереди. А, вон и вальшнеп. Пошел вальшнеп. И где-то он завалился в посадке, дальше сел, наверное. Видимо, он выбежал на поле. Ну что ж, по крайней мере, дичь есть. Так, теперь надо найти. Есть шанс этого вальшнепа поджать аж туда, к краю. Ему там лететь, в общем-то, некуда. И, как правило, как показали предыдущие охоты по этой же посадке, вальшнеп потом, если его там не взять, возвращается сюда назад. Но уже здесь ему лететь, бывает, что улетает. Далеко улетает. Не торопись, Аркан, не торопись. А вот он и стал. Хоп. Дай его. Ну, дай его, Аркан. Давай. Оп, дай. Пошел, Аркан, вперед. Дай. Есть, кажется. Кажется, есть. Черт, вроде ж на поле падал. Но будем сейчас искать. Показалось, он падал на поле. Так, ориентир надо заметить. Вон, горелый пенек. Так, не нашли, в общем, больше этого вальшнепа. Ни на поле, ни в посадке. Там, правда, в одном месте арканчик прихватывал, вроде как, след. Но ничего
не нашли. То есть где-то этот вашный дал ногами, где-то он нас обманул. Ну, будем искать дальше, какие еще посадочки есть. Был и улетел. Черт, а? Туда улетел, говоришь? Или где-то здесь остался? Дай его аркан. Блять, курки были спущены. Замечательно. Ребят, опять промах. Стой. Давай. Дай ему аркан. Вперед. Вот это точно есть. Ну все, аркан, неси сюда. Молодец. Ну что, ребятки. Поле меня, наконец-то. И выстрел был хорош, правда? Ну, до этого были 7 промахов. Хотя, что из них считать промахами? То есть 100% промахов там у меня было 2 по третьему вальшнепу. Ну, там, где я забыл ввести курки, там уже можно было не считать, там далеко было. Ну, пускай хрен с ним, третий промах, да. А по первому вальшнепу, как вы помните, там даже стрелять-то было вообще, ну, не того. Так что у меня есть еще немного времени, в общем, похожу дальше. Как вы там говорите, Украина это Европа, да? Мы идем в Европу и держим курс на Европу. Сейчас я вам покажу, какой тут курс, на какую Европу. Та-дам! Одуренный, да? Одуренный курс на Европу. Вот такие вот у нас есть европеоиды живут, которые вот так в охотничьих угодьях засирают, вот так вот. Строительный мусор, обрезки труб, битые стекла, шифер. Все что угодно. Вот так вот. Ну вот, все, ребята. На сегодня охота моя закончена. Результат один вальшнеп. Ну, в принципе, всего было мне встречено
Всего было 5 получается, да, или 4, или 5. За дюймов подниматься 2 раза. Фух, фазанчика не было, я его особо и не искал, зайчика тоже. В общем, только вальшник был, ну, куропатки там, которых я даже и не пытался найти. Вот такая вот охота. Всем всего хорошего, до новых встреч. Я думаю, в следующий раз повезет больше.